то да, он стабильную свою игру, наверное, показал. А так. У нас генерал Никельбукус. Приветствуем в студии. Генерал Никельбукус, к вашим услугам. Нормально слышно? Конечно, слышно тебя отлично. Ну как, ты рад, скажи, вот, двух словах. Уверены были в своей победе? Рад, хорошо сыграли, на самом деле. Да? Вы не то, что хорошо сыграли, вы вот с нашим смотрели. Парни, искусство. Вот с каждой игрой вы все на ступенечку все. Конечно, есть много ошибок, есть над чем работать, но индивидуальная игра у вас просто была потрясающей. Вы очень понравились. Сам ты как оцениваешь? Вперед идете? Или еще. Вперед идем, Сань, только вперед. Ну, неплохо сыграли, на самом деле. Ожидали, что они пикнут Overpass, но они как-то. Вот что мы там в Тропик два года назад с ними играли, все заходы там на 15 секундах, на 20-х, все очень долго, все очень медленно. И сейчас тоже самое. Гранд сейвишь, там в лицо кидаешь, там молик, и все, и бомбы не ставится. Но против них было легко играть? Или еще команды, которые на нашем турнире были посложнее? Вот против них легко игралось? Я думаю, они не в форме. Не в форме? Просто мы знали, как они играют, и... Ничего за два месяца не изменилось у них в игре. Ну, красавчик, Никель, блин. Ну, вообще, вот твою мужскую руку мохнатую пожму. Красавчик. Приезжай в Ереван. Ладно, по Virtus.pro все понятно. Обыграли, смотрелись очень круто. Заслуженная победа. Ваш следующий соперник в полуфинале — это команда Soul. Которую вы недавно обыграли. Вы обыграли. Готовы в финал залетать на турнир? Да. Надо СНГ-финал делать, я считаю, на таком турнире. Я будет 100%. СНГ-Аврора против OneWin, я уже, знаешь, или Force против OneWin. Это что-то такое замечательное будет. Но я, насколько помню, против Soul вы пикали Overpass, и вы проиграли на SL Challenger, который недавно играли. Да, Сань, ну по твоему совету, по твоему совету. Я сказал пикать, но так понимаешь, они всем проигрывают Overpass. Вообще мы 13-7 вели, за КТ и проиграли. А какой счет был? 13-7 за КТ. Ну вот, 13-7 они за КТ вели. Отдали камыч. Ну, мне кажется, такой же, они так же самый Overpass. Надо это настроиться, просто хорошо сыграть и... Слушай, Никель, такой вопрос. У вас не поменялась стратегия на Vertigo? Все еще колешь ты, правильно? Конечно, конечно. Я просто смотрел по вебке, Бумыч на первых девайсах очень много говорил. Ну, он, наверное, мид-колил. Ну, он больше просто говорит какую-то инфу важную и так далее. Подожди, получается, 7 стрик побед... На Vertigo и первым пиком, и Никель там колет. Да. Пора на капитанство, что ли, возвращаться? Намек или нет? Ну, нормально сейчас. Нормально, скромненько так. Хорошо колет. Не, да я шучу, конечно, Бумыч вообще... На самом деле, если без шуток, мне очень нравится, как вы сейчас отыгрываете на всех картах, в том числе и на Vertigo. Прям красавчики. Ну, уже 10 тысяч они у нас залутали, попадают в полуфинал, рейтинг на HLTV получают, уверенности себе все-таки обыграть Virtus.pro. Ладно, Никель. Я бы сказал, повезло, Ванин, все-таки это не Аврора, это не Фарзы, это Soul. В смысле повезло? Нет, и с оппонентом в полуфинале. Да, мне кажется, им все равно кого упасть. Я бы так не говорил, у них Soul хорошая команда, на самом деле. Согласен. Они, ну, у них мапул такой, они играют такие карты. То есть для вас это оппонент посложнее, чем Аврора или Фарзы? Не знаю. Аврора для них проходная, мне Никель говорил. Аврору мы не выигрывали. Аврора мы не выигрывали еще. Аврора был бы интересно в финале сыграть, честно. Ну, посмотрим, там своя сетка, соперник вам достался хороший. Завтра будем за вас искренне болеть. Зрители, которые тоже сидят, поднимайте щиты за OneWin. Завтра реально просто удачи. Хочется вас в финале увидеть, красавцы. Не будем тебя задерживать, наверное. Да, спасибо большое за прекрасный игру, за хорошее интервью. Красавчик. Да, всем респект. Обнял. Давай. Пока-пока. Челюсть. Давай. Не, ну молодец. Игра, видишь, с каждым разом все улучшается их. Да, да.